Северяне благодаря телефонному сервису могут платить в общественном транспорте 32 рубля вместо 40, используя национальную платежную карту. Достаточно просто скачать приложение «Мир Пэй» или «Samsung Pay» на смартфон с операционной системой Android. Весь процесс привязки карты «Мир» занимает буквально 5 минут. После установки загрузка данных карты либо вручную, либо с помощью сканера, следуя подсказкам на экране. Если загрузить в платежный сервис карту жителя, скидка составит уже 11 рублей. Получить скидку на проезд можно более чем 130 транспортных средствах, оборудованных валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Ну и кроме того, наше предложение распространяется не только на муниципальные маршруты, но и на некоторые коммерческие рейсы, а также междугородние перевозки. 8 рублей, казалось бы, в современных реалиях эта сумма небольшая, однако в месяц семья может сэкономить на проезде около 1000 рублей. К тому же достать телефон проще, чем открывать карман за карманом в час пик в толпе. Кстати, только за первый месяц действия предложения со скидкой на проезд жители Мурманска сэкономили на поездках больше 1,5 миллиона рублей. Порой в попыхах, забегая в автобус или троллейбус, так сложно отыскать наличные или карту, а у многих телефон всегда под рукой. Бесконтактная оплата – это просто и удобно. Достаточно приложить телефон к валидатору и к тому же получить скидку в 8 рублей. Платежные сервисы облегчили также работу кондукторам. Лариса Кидун на городском транспортном предприятии трудится уже 24 года. Говорит, что с появлением онлайн-кассы процесс обелечивания пассажиров ускорился, а с приложениями для бесконтактной оплаты стал еще быстрее. По словам Ларисы, каждый второй в троллейбусе оплачивает проезд именно с помощью карты, загруженной в телефон. Сначала, конечно, было сложно к этому привыкать поначалу, но как все новое всегда пугает. А если вернуться в прошлое и сравнить с настоящим, то, конечно, ну, это стало легче. Быстрее процесс, потому что человек приложил карту, вышел билетик, отдал человеку билетик и как бы двигаешься дальше по салону. А все-таки денежная оплата, она предполагает дать сдачу, не всегда же люди дают в расчет. Многие северяне уже ощутили плюсы акции. Говорят, сэкономленные средства можно потратить на еду, одежду или хобби. Когда узнала об акции, была несказанно рада, так как теперь я могу экономить на проезде до 2-3 тысяч рублей в месяц. Также я рассказала своим родным об этой акции, и теперь они тоже задумываются о том, чтобы скачать приложение. Экономия финансов, бюджета семейного. Вообще не наша с собой ни денег, ни карт. Удобно, так ничто не надо носить в карманах, кроме телефона. В Мурманской области акция продлится до 30 июня. Для северян, которые используют единую карту жителя Мурманской области, загруженную в телефон, скидка составляет сразу 11 рублей. Вдобавок к этому кэшбэк и скидки в магазинах благодаря программе лояльности российской платежной системы.